Чтобы научиться так управлять мячом, нужно достаточно много времени уделять фристайлу. А у нас это примерно где-то 4 тренировки в неделю по 3 часа. Вот. Для фристайлера в первую очередь важна сила воли, потому что первый этап, самый начинающий, там он самый сложный. У тебя трюки не получаются, тебе скучно становится, ты перестаешь этим заниматься. У каждого фристайлера определенно свой стиль, свои какие-то есть связки. Вот. Бывает, берешь у кого-то что-то одно, второе, и получается, ну как бы ты сам получаешь свой фристайл, твою я. А у тебя что? Вот. Ну, мне нравится в первую очередь трюки на подошве из Японии. Вот я их тренирую. Мне нравится дисциплина ситинг, когда сидя делаешь трюки. Я занимаюсь футбольным фристайлом профессионально с 2011 года, как попал в Алмату. Но до этого, конечно, я увлекался еще футбольным фристайлом, так, по-дворовски. Я не видел в этом будущего, я думал, это так, понты, можно сказать. Но на данный момент, я вот получается уже сколько, 5 лет, конечно, для этого времени и лет очень мало то, что я умею. И как бы мне есть к чему стремиться, и этот турнир один из важных тоже.